Друзья мои хорошие, всем привет! С вами Елена, и вы на канале «Мой сад, моя гордость». Вот, идет у нас снежок. Тот первый снег у нас уже растаял. Вчера целый день шел дождь, а сегодня у нас вот такая вот красотулечка. Сегодня я снимала ролики последние. Наверное, это уже закрытие сезона. Еще надо будет мне кое-что сделать. И все, друзья. И на этом закрытие сезона будет у нас. Вот такая вот красота. Алмазик у нас. Сегодня мы его подстригли. Красивый он у нас стал. Наверное, этот снег уже не сойдет. Красиво что так. Мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Мазечка. Земля была прекрасна. Алмазик. Какая красивая песня. Ну вот, друзья. Всем хорошего настроения, хорошей теплой зимы, пушистой, теплой. Я вас всех люблю, друзья мои. И до новых встреч, мои хорошие.